На Кубани закон простой. В 10 часов вечера дети должны быть дома. В Анапе по традициям южного города все самое интересное как раз и начинается в 22 часа. Главное, чтобы мама или папа были рядом с ребенком. Но не всегда так бывает. Много очень отдыхающих, много детей. Значит, много очень площади, которые необходимо обхватить сегодня охраной общественного порядка. И действительно, и самое главное, это чтобы дети безнадзорно не ходили в вечернее время, в ночное время. Сегодня у нас дополнительно заступает 10 казаков с нашего районного казачьего общества под руководством старейшины нашего общества, значит, Потоцкого Николая Ивановича. Добровольное начало, безвозмездная помощь. Дети чужими не бывают. Много детей у нас в городе, конечно, есть необеспеченных, брошенных, больно за них. Ведут они себя, может быть, порой и недостойно. И вот мы хотели бы им помочь. То есть вовремя остановить, вовремя их воспитать. Для охраны детства, общественного порядка и для профилактики преступности казаки будут выходить на дежурство 3 раза в неделю. В самые жаркие вечера – в пятницу, субботу и воскресенье. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа регион.